2 миллиона рублей перевела мошенникам пенсионерка из Южно-Сахалинска. 71-летней женщине поступил звонок от лжесотрудника банка. Он убедил жительницу областного центра, что ее сбережения в опасности. В итоге круглая сумма ушла на якобы безопасный счет. Сейчас этой историей занимаются в полиции. Поступило в правоохранительные органы и заявление от 67-летнего мужчины, которому аферисты применили аналогичную схему. Мужчина лишился 4-6 тысяч рублей.